девочка, она очень хорошая. Вот эта красота, которую я вижу вокруг, она меня вдохновляет начать снимать новое видео, потому что, повторюсь, мне хочется для вас запечатлять вот эту красоту, которая вокруг. Я пришла на аромат. Я ждала, когда расцветет эта акация. Этот куст, это дерево, наверное, да? Он находится по дороге, вот как я иду за Аней в лагерь. И в прошлом году в это же время вот она цвела, скоро она еще больше раскроется. Здесь сейчас так много работает, трудится шмелей. Она так пахнет. И ее закрывают дороги, деревья, которые по дороге растет. Но я знаю уже, что она тут. И вот пришла по тропинке. И вот это то, что, не знаю, дарит мне такие сильные эмоции, такую радость. Я хочу этой радостью, этой красотой поделиться с вами. Сейчас я переверну. И покажу вам, как трудятся шмели. Они тут такие огромные. У кого-то будет акациевый мед. Очень такой яркий, вкусный аромат. Я думаю, что, конечно, он как раз-таки манит. Ой, прости, дружище, спугнула шмелика. Манит как раз-таки шмеликов сюда, потому что, ну, это просто невероятная красота. В общем, я буду, конечно, каждый день к ней, пока бегу, приходить. Так что, девочки, всем приветики. Сейчас вам покажу поближе цветы эти волшебные. Наслаждайтесь моментом. Жить ради жизни. А жизнь, она дарит вот такие простые чудеса. Ну, правда, что счастье в простых вещах. Я вот смотрю просто, ну, как устроен этот мир. Как все продумано. Как все вообще, на самом деле, вообще волшебно, да, ведь? Ой, я бы очень хотела с вами поделиться этим ароматом. Он божественный. Еще я вот на нее смотрю, знаете, сквозь такое мягкое вечернее солнце. Вон, видите, они высоко, шмелики работают. Сейчас поближе прилетит. Они ее просто облепили, эту девчонку. Здесь их несколько таких кустов. Смотрите, какое чудо. Как природу. Как же я тебя очень сильно люблю. Как этот мир устроен. Ой, ты просто. И вот это мягкое солнце. Опс, рядом, смотрите, какой он огромный. Он просто огромный. Дружище. И очень красивый куст. И небо сегодня голубое. Даже не знаю, наверное, сантиметра два или три он, этот товарищ, большущий. Видите, какая красота. Будем с вами сюда каждый день приходить, вести дневник натуралиста, смотреть, как дела у акации. Ой, надеюсь, что я с вами поделилась вот этой прекрасной энергией природы, солнца, спокойного вечера, этой листвы, которая через солнце, да, такая, то есть наоборот, да, солнце сквозь листву вот такой делает мягкий. Ой, ну, в общем, очень это все красиво. Девчули, побежала я за ребенком, но обязательно, вот, сказать, все равно нужно остановиться. Вот сейчас я вот поснимала, да, 3 минуты. Ну, 3 минуты остановиться, просто, не знаю, поразглядывать вместе со своими детьми, внуками, не знаю, там, сестренкой маленькой или братишкой. Просто вот показать, вот как-то обратить внимание на такие простые вещи, которые, правда, дарят настроение. Ой, какая-то вкусная. Хозяйственную такую часть немножко вам продемонстрировать. В выходные мы были в Леруа Мерлен. Муж кое-что покупал для квартиры, для ремонта. Немножко будем так, ну, освежать квартиру. Вот. Ну, а мы с Анютой пошли по хозяйственным делам и по всяким таким вот уютностям, так сказать. Что же мы купили? Ну, это, кстати, мы купили в Хофе. Это она такая была, косметическая покупка. Очень мне нравится вот эта морская соль для ванн. Я брала такую натуральную, брала такую ароматом розы, тоже в Хофе. И в этот раз решила попробовать с ароматом апельсина. Вот, думаю, такой тяжеловатый, прям увесистый пакетик, масса 1100 грамм. А соль для ванн, средство минеральной косметики, предназначено для оздоравливающих солевых ванн.
Ванны с соляной помогают снять усталость, улучшают микроциркуляцию крови, положительно воздействуют на психоэмоциональное состояние организма. Вот. В среду будет заплыв, то есть завтра. Потом вот в отделе, где вазочки, свечи, в общем, взяла вот такой вот букетик, нежно-розовые цветочки, и такой, он у нас называется Blue Mountain Cactus. Они, знаете, как припыленные такие листочки. Зеленый, немножко такой голубой отлив, и розовые нежные цветы. Я сначала думала, что, ну, это надо убрать будет, сначала думала поставить их на балкон к своим цветочкам, потом, может, на кухню, может, там, где раковина. Ну, в общем, понравилось, решили взять. Из такого про уютности Хуги ароматическое саше номер 9 я взяла с лавандой. Это я взяла в свой шкаф с одеждой. И очень мне понравился диффузор. Тоже лаванда, тоже вот так называется. Все тестеры там стоят. Можно послушать аромат. Да, вот мне что. Мне очень нравится сочетание, видимо, вот лаванды и эвкалипта. Слышатся немножко эвкалиптовые ноты. Действительно, они присутствуют. Придают такую бодрящую такую свежесть. Лаванда. Начну с верхней ноты эвкалипт. Средняя лаванда. Нижние ноты амбра, ваниль и мускус. Атмосфера тепла, света, аромат легкости, спокойствия и душевности. Мне очень понравился. Вот поэтому я взяла и диффузор. Открою вам, покажу. И взяла саше в шкаф. И что хотела сказать еще, девочки, вам. Вот мне очень нравится, на самом деле, убираться. И мне очень нравится видеть результат, так сказать, труда, когда вот преображается квартира, когда становится так легко, свежо, чисто. Ну, перезагрузки, если плохое настроение. Вот два, наверное, отличных способа наладить душевное такое вот, да, равновесие. Это либо пойти прогуляться, либо прибраться, либо сделать вот уборку. Уборку, может быть, какую-то перестановку. Может, ну, в общем, и что я купила? Самая, кстати, в Леруа выгодная цена. Взяла азелит гель, чистящий для кухни. Такой, девочки, не брала. Он густой, концентрированный, его надо разводить. Я так поняла, что он подходит. Универсальное средство для кухни, удаляет жир, нагар, копоть. А поближе посмотрим. Пригоревшую пищу с эмалированных кромированных поверхностей. Изделия стекла, нержавеющей стали, фаянса, фарфора. Для мытья сковородок используется, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грили, духовых шкафов, микроволновых печей. Угу. А зачем я его купила-то? Я беру, знаете, вот в таком вот формате брала антижир. Вот что я хотела. Хочу попробовать перелить в этот. У меня скоро освободится этот тюбик. Развести его. Ну, в общем-то, для раковины я иногда антижиром вот помою посуду и, ну, убираю, в общем, жир вот этим. Ой, что у меня с рукой? Вот, либо, соответственно, для плиты и для вытяжки, для пароулавливателя вот этого, который над вытяжкой. Пока выбирала, ставила средства. Вот эта марка Grass, их средства мне нравятся, наверное, больше всего на данный момент, какие есть вот для уборки, для мытья, да, там, не знаю, посуды, пола, для кухни. И пока я выбирала, стояла, читала, девушка-продавец, консультант, она мыла белоснежные вот эти полки в Леруа вот с таким спреем. Мне, во-первых, понравилось, как он пахнет. Я люблю вот эти всякие такие свежие. У него приятная душка. И вот он именно отбеливает, дезинфицирует, удаляет плесень и грибок. У меня в ванной, так как у меня много баночек, вы знаете, я люблю вот под баночками в уголках, вот темнеет вот этот вот, ну, герметик. Хочу попробовать убрать. И, в принципе, вчера я делала с ним уборку на кухне, и столешница, и раковина, и унитаз. И очень хорошо работает. В общем-то, не пожалела, что приобрела. И вот это вот начала, к сожалению, вчера его использовала для мытья пола. И положила в пакет. Он немножко, интересно, немножко или немножко пролился. Очень мне понравился вот этот вот средство для мытья пола для любых водостойких напольных покрытий с антистатическим эффектом. Ну, отдушка, видите, протек. Это я молодец, конечно. Хорошо хоть заметила еще.
Значит, это что у нас подходит в том числе для чувствительных действий щелочи, для натуральных и синтетических покрытий, таких как дерево, паркет, ламинат, линолеум, асфальт, бетон, облицовочная плитка, стекло, гранит и мрамор. Удаляет сложные бытовые и уличные загрязнения. Используется в бытовых подсобных помещениях, на объектах социально-общественной сферы, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах. Идеально для применения в посудомоечных машинах и для ручной мойки. Обладает приятным ароматом. В общем, надо почитать, неужели с ним и посуду можно мыть. Я его взяла для пола, но вот так читаю здесь и, в общем, для много чего. Мне очень понравилось. Действительно, хорошо удаляет у нас светлый пол на кухне, да, у нас собачка все равно. Ну, в общем, есть такие... Мы вчера как раз что-то куда-то мы еще в Хофф поехали. Девочки, мне муж купил кресло. Ну, сейчас так все сложно с мебелью. Он такой маленький, но, знаете, такого горчичного цвета. Очень я хотела. Мы его заказали, а, в общем, когда оно придет, неизвестно пока. Ну, в общем, он ждал меня, что мы поехали в Хофф. Я говорю, Вов, я пока не помою полы. Ну, вот, знаете, все бегом туда-сюда, на работу, в школу с собакой. В общем, готовка и все, какие-то дела, что-то надо там для ремонта подкупить. На дачу, цветочки, ну, в общем. И я говорю, все, дай мне 5 минут, мне надо помыть полы. Я так не могу, говорю, уже. И, в общем-то, развела вот это средство с водичкой, помыла полы. И помыла ведро, повесила тряпку, сегодня прихожу с работы. Девочки, так вкусно пахнет. Вот это средство на тряпке, ну, осталось. Так, что еще хотела показать? Тряпочки взяла. Взяла для мытья, для стекол и зеркал. Я у девушки спросила, которая мыла вот полочки. Говорю, посоветуй мне самую лучшую тряпочку для стекол и зеркал. Ну, посоветовала эту. Попробую, пока ничего не могу сказать. Вот, мое средство протекло. Так, а эту я взяла для уборки. Протирать пыль. Какие-то вот тоже написаны антистатические свойства. Еще я взяла мешки для мусора. Вот такие. В общем-то... Почему взяла? Девчонки, уже очень много лет я не покупаю пакеты. Ну, чаще не покупаю. Вот этот вот. Просто не брала свою сумку. А так у меня авоська. Я за продуктами хожу с авоськой. Всегда она у меня вот в рабочей сумке. Иду с работы что-то купила. Либо если иду в магазин, у меня одна или две авоськи. И, в общем-то, не на что мусор выбрасывать. Все пакеты, какие вот единичные были, закончились. Думаю, ну, надо купить уже мешки. Потому что не на что выбрасывать мусор. Как-то вот так. Так, чего еще? А, еще мы купили с Аней вот такой необычный предмет. Это тюльпан. Тюльпан-фонарь, который работает. Такой светильничек на солнечных батарейках. Хотим, сейчас я его, кстати, поставлю. Вот хочу поставить свои цветы на балконе. Он должен, я так понимаю, за день накопить свет. И вечером освещать. Ну, пока не знаю, что это. Мы сначала хотели взять все три цвета. Там был еще желтый, фиолетовый, вот такой розовый. Но говорю, Аню, давай попробуем. Такой ему стоил он 140 рублей. Как это работает? А так это вот хорошо, да, в палисадничек, вдоль садовых дорожек. В общем-то, посмотрим, как это работает. Ну, мне как минимум стало любопытно. Ну и, в общем-то, мило. Мы любим цветы. И последняя покупка в Леруа. Это я тоже не смогла, в общем, удержаться. Купила свечу макарон юзу. Что тут написано с соевым воском, да? Ой, девочки, люблю я свечи, особенно люблю их покупать. Вообще, вчера я в кофе прямо удержалась. Я выставила ее из корзины прямо перед кассой. Такие вкусные свечи, там в районе 500 рублей стоит баночка, похожая на Yankee Candle. И это польские свечи, не помню, как называются, но очень вкусные отдушки. Был цитрусовый, то ли пирог, то ли пунш. Очень вкусный такой лаймовый аромат, сладковатый. Танези такой, я его хотела купить. Был еще лавандовый пирог, тоже очень понравился. И, по-моему, ночной пион. Был ночной пион и был садовый пион. Очень вкусные ароматы, но я подумала, что вот эту вспомнила, что купила. Потом у меня еще есть несколько свечей. Но я вернусь, думаю, что за ними, потому что вот запала мне в душу эта свеча. В общем-то, будет, когда будем там, приобрету. Все-таки, потому что очень хочется. Свечи создают уют, свечи очищают атмосферу от негатива. Хорошо, да, сначала проветрить квартиру, пройти, не знаю, там немножко водой даже с пульверизатора. Вот
воздух, вода и огонь. Я иногда беру церковные свечи, прохожу уголки квартиры, очищаю, просто, ну, как-то молюсь, что-то свое говорю, прошу там защитить мой дом, ну, какими-то своими словами разговариваю. Я думаю, что и просто вот так, когда зажжешь даже вот обычную свечу, огонь, он благоприятно воздействует. Ну, во-первых, вот потрескивание, мне кажется, так успокаивает. И да, вот я верю в то, что пространство, оно так очищается. Но это просто вкусно, это, как говорится, это вкусно, это красиво, это уют. Поэтому вот еще такая была покупка. Сирень у Анюты, вот куда она ходит, в лагере, да, во дворе школы, вот такая сирень необычная. Здесь она вообще много разных сортов. Сирени. Анюта, другого цвета, да? Она немножко поменяла цвет, да? Или такая была? Немножко, знаешь, как беленькая сейчас. А была, что ли, розовенькая? Пахнет бесподобно. Каждый день, если так готов фотографироваться и радоваться ей. Девочки, дарю вам эту сиреневую дымку. Мои хорошие, кстати, мы гуляем в лесу, в Подмосковье, в Химках. Я, ну, смотрю, цветочки, цветочки, а потом раз. А тут, поглядите, целые поляны лесных ландышей настоящих. Здесь их очень-очень много, это все ландыши. Как бы вас не раздавить-то. И очень красивый закат. Все, бегу, а то муж меня ждут с собачкой. Тут тоже ландыши. Вон они. И вон они, малыши беленькие. Представляете, какие чудеса. Каждый день я жизнь дарит чудеса. Это было, наверное. А я засмотрелась вот на те листочки. Думаю, что это такое. Бегу, Вилюш. Все хорошо. Комары жрут. Комары, комары. Девчоночки, у нас с вами традиционное пятничное включение. Ты красавица. Оказывается, в общем, с моей работы можно добраться на троллейбусе. И я сегодня хотела подальше там проехать. Ну, вышла, в общем, смотрю, парк такой любимый. Парк Дружбы. Думаю, выйду здесь, сейчас пойду на автобус. Ух, какая ты красавица. Вы говорите, снимай все. Как говорится, вот покажу, вот так проходит вечер пятницы. Сейчас побегу за Анютой, она у меня ходит в лагерь при школе. Слушайте, иду сегодня, нарядилась вот так. Зонт. Был сильный, сильный дождь утром и прохладно. Сейчас иду тепло, и вот после дождя, вот даже вот смотрю, мокрые дорожки. Он так, знаете, как-то местами прошел. Так хорошо, такой воздух, где-то уже травку покосили, и вот пахнет травой скошенной, пахнет воздух после дождя. Вот, сейчас, может быть, здесь эти бегают белочки, если удастся мне встречать, я вам покажу. А вон, по-моему, даже форма, что ли, ребята. Точно, сейчас идем туда. Ну чудо просто. Ай, не могу. Что там утащил? Орешек у тебя. Ах ты хитрая мордочка. И, а у тебя хочет забрать, да? А, эй, дружище. Вон рыжий хвостик, вон она, вон бежит. Они только что так сейчас играли. У одной орех. Вон она сидит. А вторая хочет забрать, и они вокруг дерева. Так носились. Вон они, вон они, вон они. Ну-ка. Чтобы не спугнуть, где вы там? Вот они, вот. И смотрите, прячутся друг от друга. Ну, смешные. У этой орех не хочет делиться. Дерутся, прикиньте. Догоняют друг друга. Какой еще. Давайте продолжим. Вчера была лесотерапия, сегодня паркотерапия. Природа. Природа, она лечит.
И вот здесь такой воздух сейчас, и каштаны, и липы цветут, и дубы. Это прямо около речного вокзала парк. С этой стороны парк Дружба, а дорогу, точнее, если Ленинградское шоссе перейти, вот там вот, где машины едут, то как раз там будет северный речной вокзал. Тоже очень красивый сейчас парк стал. Вот, там, по-моему, уже кораблики, уже навигация открылась, что можно покататься. Вот, видите, был дождик. Сейчас светит солнце. Представляете, какой воздух вкусный здесь. Здесь так много зелени. Вот, поэтому я иду таким чистым человеком. Иду на автобус. Вот тут рядом совсем Ленинградское шоссе. А здесь вот такой островок природы. Вот птицы, зелень. Вот я обожаю смотреть на листву. На солнце сквозь листву. Вот этот цвет очень люблю зеленый. И весь день, когда за компьютером, правда, глазки отдыхают. Вот. Все, думаю, что до завтра, девочки. Завтра по неделе что-нибудь интересненько поснимаю. Я же вам говорила, девочки, я не могу, просто не могу спокойно пройти мимо этого чуда. Здесь такой аромат стоит. Какая же она красивая. Ароматная. Ловите, ловите. Аромат, красоту, настроение. Я уже почти прибежала, а здесь, кстати, еще она только-только расцветает. Смотрите, какая малыша скоро будет. Так буду потом приходить, а семена у нее вот таких вот горошинах. Волосы все взошли. Молодцы. Ходи, солнышко, с тобой как-то повеселей. Сейчас довысаживаю цветочки. Вчера мошкара меня просто выгнала. Выгнала отсюда, съела. Здесь тут скоро где-то Шольца, девочка моя любимая. Шольца, тут маки. О, еще скоро будет. Скоро-скоро будет цветать. Девочки, мы приехали на дачу. Льет сильный-сильный дождь. Я сейчас обнималась с сиренью. Думаю, что завершу этот влог. Сейчас вам покажу. В общем, взяли мы ромашечки. Это шток роза, мальва. Это новые петунки, это елочки мы вырастили с Аней, ну, думаю, надо их куда-то пристроить, они такие маленькие, такие забавные, такие жесткие у них иголочки. Я вам рассказывала, на Новый год мы делали игрушки из шишек, покрывали их золотой такой краской, когда стали снимать, из них вывалились семена. Мы решили посадить, ну, вот, наверное, им уже, ну, года, наверное, два получается. Ну, так вот где-то. И вот они у нас такие маленькие, но уже надо их куда-то пересадить. На окошке они там у нас. Так как льет сильный дождь, сейчас не поработаешь. В общем, поваляюсь, как раз смонтирую для вас это видео. И завершу его, нашу сиренью. Покажу, пока она еще вот только-только расцвела. Смотрите, какая-то белая, махровая. Это один куст. Его в Тимирязевской академии. Такой забавный. На одной части сиреневая сирень, а на другом белая. Вот под эти успокаивающие, такие умиротворяющие звуки дождя, аромат сирени. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения, мира, добра вашим домам. И обнимаю вас крепко. Спасибо, что вы со мной. До новых встреч. Пока-пока. Привет, дружище, ты такой толстенький. Красивый какой котик. А видишь, какой букетик красивый.